не помните. Is it? Это вкладывается момент ротации торсии, или the, это is it, как? Вот как это рассматривается? Если вы это рассматриваете как торсию, это вращение, а не вращение ротации. Мне бы хотелось, чтобы улавливали наши мысли. Это еще, может быть, не совсем научились их излагать. Вот не надо путать процесс с явлением. Торсия – это явление, а процесс – это торсия. А процессы – они не работают. Это две вещи. Клиническое проявление процесса – это одна сторона, а сам процесс – это другая. Скорбность – это процесс. Это нарушение формы позвоночного столба, которое включает как торсию, ландозирование и фронтальные стимулирования. Каждый из них является процессом. Мы каждый раз смотрим на этот процесс в какой-то момент. Это как фильм, каждый кадр статичный, а когда мы все кадры собираем, оказывается это процесс. Видеть легкую скоростную информацию, самые мне кажется, у нас настолько много вопросов поднято, что если мы сейчас скажем, что мы разбираем, они не закончат. И не будет возможности выступить постоянно в вопросы, которые мы не проводим. Я просто хочу сказать, что я не могу.